Собственно, вот так я их разместил в аквариуме. В угол насыпал немного сфагнума, создав, так сказать, более-менее сухое место. А остальное место занимает, так сказать, импровизированная заводь для лягушечки. Вот у нас здесь один экземпляр. А второй, как только я потянул к ней руки, намертво вцепилась мне в пальцы, вот так вот обхватив своими лапками. Вот она тут квакает своеобразно, при этом не хочет никак отпускать. При этом кожа у нее достаточно быстро высыхает, поэтому, думаю, увлажнение крайне требуется. Думаю, все-таки это вид озерных либо прудовых лягушек, которым требуется влага постоянная. Иначе они будут высыхать. Хотя любым амфибиям требуется постоянная влажность. Но солнце, я так понимаю, ей не нужно. Ну, два прекрасных представителя. Возможно, виды разные. Но по полноте и окрасу судить сложно. В основном судят по другим признакам, чаще всего по отметинам на голове. Снова кожа подсохла. Немного смочим. Такая забавная. В конце концов, ее будет довольно жалко скармливать, но такова ее судьба. Не, ну, конечно, я еще могу их выпустить, но вряд ли буду. Интересно, так по внешнему виду кто-нибудь может сказать, что это за лягушка? А может, вообще жаба? Но для жабы довольно небольшая. А может, совершенно другой вид. Может, они разного вида. Трудно сказать. К сожалению, я не зоолог и не натуралист. Просто любитель, поймавший двух лягушек. Ну, как вцепилась. Морда уперлась в ладони, пальцы обхватила. Ишь какая. Не хочет уходить, не хочет оставлять. Возможно, не требуется такое тепло повышенное, но это я наверняка сказать не смогу. На звук, как игрушка. Ну все, все. Подержалась за веточку. Давай, давай. Вторая у нас более резвая. Менее контактные. Поплавают и выберутся, если захотят на поверхность.
Все-таки я склонен их причисливать к прудовым лягушкам, так называемым зеленым, поскольку сзади на висках у них нету темных пятен, свойственных бурым лягушкам. Вот такие временные жители. Да, для них условия для содержания гораздо труднее создавать, чем для тех же мышек. Но, надеюсь, они проживут и избавятся от некоторых химикалий, которые они накапливают в своем теле, от всяких паразитов. Ну, так сказать, передышка, чтобы как можно здоровее стали. Получится, не получится, не знаю. Надеюсь, они проживут еще несколько дней, прежде чем я их отдам Стэну. Будем надеяться.